А, ну ладно, ладно. 10-13 секунд, залог, быстрее! Быстрее танк ставь, 8 секунд, залог! Все. Еще двоих не хватает в РК. Уже все, бой прошел. О, проба пера, так сказать. Теперь главное не испугаться. Ну чё, так же, как и все, Янок, ты там подплёшь со своими, мы вот здесь собираемся, тяжи, вот сюда идем. Илька, молчать, нас враги тоже слышат. Весь бой враги нас слышат. Да? Враги, вы нас слышите? Да. Алло, враги. Слышат, мы проверяли уже. Ладно, просто Заур нас не слышат, кто-то, несколько человек нас не слышат. Давайте, как... Ну, Степ, поехали в угол для начала. Так, поехали. Ты за мной. На F5 едем, тяжи. ПТшки. Тяжем показал. ПТшки. Три БТшки, встаньте вот. Это специальный хит-парад Wargaming FM. Сегодня у нас музыкальная фантазия на тему хит-парад. Да, у меня эти, блядь, кнопки все перепутались тут уже. Три БТшки в правый угол вставайте, на нулевую линию. Завести танк, немножко его раскачать, любым удобным. Вот туда, вот туда. С РК кнопкой мне неудобно показывать, нажимать. На нулевую линию под стежкой вставайте. Пятое место. Диджей Бурка. Заводи, раскачай. Вот. Там Янок, оттуда накидывайте. Все, вот пока стоим. Пока здесь стоим. Броня не пробита. Так, вот Бог, наверное. На базе. Давай так, да, вперед немножко проехать. Так, мы сейчас. Подсвети остальным, что впереди. Янок, мы сейчас будем подсвечивать. Вот, по этим стреляем. БСТшка. Они идут на нас. Так, тяжи. Тяжи, по зеленке. Осторожно, они тяжи выпьют по нам сюда. Из-за горы не высовываются. ПТшки, заходите в дверь! ПТшки, давайте, проходите сюда! ПТшки, сюда заходите! ПТшки, сюда заходите! Отставить вот Е3, который последний, вот этот он правильно сделал. Пускай я скомандую ему. Он будет накидывать, помогать тяжам. Там два бат всего, выезжайте, убивайте их все. Положбинь, тяж по вам. ПТшки, заходите. Там два бата, там куча. Через город заходите в тыл, ПТшки. Мимо меня не проезжает. Арта работает. По вас там арта будет работать. Вы выезжаете, убиваете тех, кто перед вами. Через город. Выезжаете. Через город, отсюда. Отсюда заходите. Е100 разбирайте, ПТшки, Е100 разбирайте. Заберите Е100, который шотный. Так, тяжи, внимание, зеленка, внимание, помогите СТшкам. Помогите зеленке. Все, сейчас зеленки нам накидают. Так, попробуйте забрать эту сотку. На зеленке все уничтожили. Попробуйте.
Так, кроме слова третьего, самое, ПТшки, осторожнее. Мы заебали, Может быть, тяжи убрать оттуда, им нужно будет ПТшки накидывать. Так, забирайте Хэвика, тяжи на воротах. Закатывайтесь в ворота, и с седьмой, Яна Круды, закатывайся быстрее, сейчас тебя накидают в корму. Это специальный хит-парад Варгейминг Кафе. Меня зовут Тамара Лисицкая. Каждый... Наши А ты про... А ты профакапил это, Эльга? Присылать песни можно в нашу официальную группу ВКонтакте. А? Сегодня тема... Чё говоришь? Ты профакапил это? Я говорил, кстати, приказывал помогать тяжам. Но мы это как-то пропустили. Так, справа, справа, Хэвик шотный, заберите его в конце концов. Пускай не мучается. Ну поехали. Химмельсдорф. Небольшой тихий городок, расположенный в юго-восточной части Германии, в долине реки Эльсбах. Блядь, мне зелёнки накидали, пиздец. И с четвертой, зачем ты поехал умирать туда? Пошли на захват, и все. Пошлите на захват. Да на захват ехать, и все. Так, значит, Е3 из 4, вы остаетесь здесь и пытаетесь держать эти ИСТ-шки. И вообще все ПТ-шки, значит, Магомед, сюда, пожалуйста, встань. Четыре тяжа, езжайте, из 7, езжайте с нами на захват. ПТ-шки сбивают там. Захвата 3 достаточно. У нас один, вот Ильгам у нас едет на захват, один шот на 54 хп. У меня убьют, лучше на 4. Помогайте, заезжайте на захват. Втроем заезжаем на захват. Меня закройте, Зауру, закройте меня. Вот и они. Так, Ильгам, развернись, это самое, налево ты как встанешь на захват. Разворачивайся давай, сейчас тебя накинут. Разворачивайся. Ты не успеешь ты спрятаться. Тебя чуть Цой сейчас не убил тараном. Так, один выстрел, Орты. Так, последний и седьмой откатывайся. И седьмой, которого 62 кат... Я держу. На базе не стойте. Откатывайся давай. На базе не стойте, двигайтесь, арта работает. Арта не успеет как-то дышать. Давайте, 3 секунды, одна секунда. Все отлично, захватили. Все захватили, отлично. Дальше пришло. А дальше ждем следующий.